Гордость хлебозавода Миллеровского потребительского общества – чесночный хлеб с салом. Изготавливают его из двух сортов муки – белой и ржаной. Хлеб у нас бывает еще различной формы. Не так, как вы привыкли, кирпичик в виде, да, как мы его называем. А еще кругленький у нас есть хлеб. Хлеб, который называется сайкой. Выпечка занимает от 25 до 40 минут. Из печи батоны и булочки попадают на специальные многоступенчатые тележки для охлаждения. Миллеровский хлебозавод производит по 800 килограммов мучного в сутки. Вот такой, знаете, такой хороший деревенский хлеб. У него корочка очень вкусная. Да, видно, что ручная. Но единственное, конечно, что вот эти надрывы. 9 дегустаторов оценивают форму. Она должна быть ровной, без надрывов и трещин. А также аромат, цвет, мягкость и корочку. Но главное для оценивающих, как и для покупателей, вкус. Ну, в современных условиях, когда очень высокая конкуренция на рынке, предприятия, конечно же, стараются избегать кардинальных ошибок. В принципе, качество хлебобулочных изделий, которые производятся у нас в области, оно достаточно высоко. Миллеровскому хлебозаводу удалось занять 2 вторых и 2 третьих места. В целом эксперты Минсельхоза качеством донского хлеба довольны. Ася Скрынникова, Евгения Слинкина, Александр Чалый на Дону.